Большой подарок получили дети Комсомольского района от предприятия «Тольятти Азот». Химический гигант установил во дворе дома «Коммунистическая 53» площадку для ребят старшего возраста. Это стало для юных тольяттинцев и их родителей настоящим сюрпризом. Наша съемочная группа узнала мнение горожан о новом месте отдыха и о том, где еще появятся современные детские площадки. Дом без детской площадки – головная боль для родителей. А жители малоэтажки на Коммунистической 53 живут так уже много лет. Тольяттинцы обратились с этой проблемой к депутату Тольяттинской думы и директору по технической политике ПАО ТААС Виктору Казачкову. Решение вопроса не заставило себя ждать. Был выполнен проект в соответствии со всеми нормами, правилами безопасности, чтобы люди и детишки особенно не получили никаких травм или каких-то повреждений в период работы. То есть все это сертифицировано, работали на совесть строители, подрядчики для того, чтобы в короткие сроки сделать жителям этих домов приятно, особенно их детишкам. Яркая площадка только открылась, а уже пользуется большим спросом у детей со всей округи. Депутату, его команде, ТААЗу огромное спасибо, что обратили свой взор на наш старый запущенный двор. Очень приятно, когда слова не расходятся с делом, и когда депутат во время предвыборной кампании что-то обещает сделать и реализует, это очень важно. И особенно важно, что вот за плечами таких депутатов стоят крупные предприятия, которые всегда оказывают помощь. Жильцы дома по адресу Коммунистическая, 53, также стали участниками губернаторского проекта содействия. Им выделили региональные средства на установку игровой площадки для детей младшего возраста. Важно отметить, что и здесь горожанам помог Тольятти Азот, ведь согласно главному условию программы, часть суммы должны собрать заявители. Недостающие деньги и выделило химическое предприятие. Таким же образом Тольятти Азот помог собрать средства для еще двух домов Комсомольского района. Юлия Владимирская, Дмитрий Мазуров, Андрей Комиссаров, новости Тольятти.